Привет, прогрессивный народ. Это истинный следователь. Был в магазине только что. Там, где овощи продают, фрукты, вообще ничем не пахнет. Понятно, что их специально обмазывают там воском, каким-то составом, чтобы они не сгнили. Но там не только это. Их выращивают на пустой воде, хер знает как. То есть продают говно. Стоит дофигища там все эти яблоки, помидоры, апельсины. Но они не пахнут нифига. Значит, и состав у них херовый, а цена не маленькая. Поэтому какой смысл сейчас работать, никакого смысла нет. А банан я показываю, потому что он единственный, который там пах. Я стоял в метре и пахло бананом. Вот эквадорцы молодцы. На Эквадоре же они выросли. Вот такие дела. Продукты. Ну, не совсем, конечно, они полностью бесполезные, но если выращивают их на воде и не пахнут они, яблоки, которые здесь растут, привозят откуда-то из Чили, с какой-то, нахер это все нужно. Государство задолбало. Жопу государства. Ну, а вы тратите на продукты, ну, вот эти вот, которые без запаха говневые, кучу денег. Они не стоят того. Ну, и сейчас уже в основном у народа и нету даже на вот эти непахнущие продукты. В кредитах народ. Ну, сам это и заслужил. Смотрели бы мои ролики. Ну, и вообще меня слушали. Раньше давным-давно, с 2004 года я начал с плохишами бороться. Тогда, конечно, не было YouTube еще. Но вот YouTube, сколько я там зарегистрирован, как мои бролики смотрели, и то счастливые бегали бы. Но никому это не надо, в основной массе. Ну, значит, они себе выбрали путь. Всем пока. Это был истинный следователь о продуктах, не пахнущих, говневых, ничего не стоящих в магазинах, за которые берут огромные деньжата. Пока, ребята, слава прогрессу.